Красная ковровая дорожка, свет софитов и оглашение лучших кинокартин. В Махачкале прошла национальная кинопремия «Мой Дагестан». Лучшие короткометражки успешно прошли просмотры членов комиссии и предстали на суд зрителей. Какая кинокартина стала лучшей, смотрите в сюжете Умы Ибрагимовой. Дворнику не простят неочищенный участок только потому, что так красиво лежал снег. Это кадры из фильма «Заказ». Он выиграл в номинации «Приз зрительских симпатий». Кинокартина повествует о судьбах двух героев. Две юноши стали киллерами. Потеряв надежду в счастливую жизнь, они рассказывают друг другу о совершенных ими злодеяниях. Честно сказать, мне стало интересно, что тебя могло заставить пойти против системы. Ты киллер. Главный герой Али рассказывает, сюжет фильма был основан на реальных событиях. Режиссер требовал от ребят изучить образы киллеров основательно. Эти киллеры, они выжили и сидят в тюрьме. И у них берут интервью. И он, то есть, заставлял вот смотреть на них, как они говорят, как они двигаются, мимику. То есть он заставлял полностью погружаться. Поэтому это было интересно. Фильм «Сестричка» в кинопремии выиграл сразу в трех номинациях. Лучшая режиссура, женская роль, но и самое главное – лучший фильм. Воспоминания главной героини о военных событиях, о нелегкой судьбе солдат и близких ей людей. Режиссер планировал показать не только параллель двух времен, но и нравственный и патриотический дух тех, кто каждый час вспоминает события этих времен. Быть может, это место для меня. Тимур Гусейнов увлекается режиссурой сестричка давно, но «Сестричка» – его первый самостоятельный фильм. Но дебютировал не только режиссер, но и актеры. Это их первая работа. И много там других актеров, которые они были даже и не в ролях даже особо, а в эпизодах. Они все были новички и первопроходцы. Им просто объясняли и дубль за дублем наконец-то объяснили. Каждая кинокартина удостоилась не только признания быть лучшей в определенной номинации, но и призами. Так, среди актеров был выбран Марат Гитинов, сыгравший беззаботного сына в кинокартине «Время жить». Юноша не ожидал больших подарков, ведь ранее фильм участвовал только в студенческих кинофестивалях. Думал, что такие призы дают у нас в наших фестивалях. Это для меня первый раз, я не знаю, я сам в шоке до сих пор. Когда ты каждый раз играешь и получаешь опыт. А у нас в Дагестане это не часто встречается, сниматься, да, в фильмах. И за каждую роль надо хвататься, и поэтому лучше играть и набирать опыт. Организатор кинопремии Далгат Далгатов сам с детства мечтает снимать короткометражки, что и побудило его к созданию проекта. Короткометражный фильм мы и в школе как-то снимали, и потом осознал, что в республике нет подобного рода конкурсов, и пришлось сделать самому. Надеюсь очень, что хотя бы на следующей кинопремии удастся самому поучаствовать уже. Кинопремия «Мой Дагестан» в республике проходит уже второй год. Количество заявок на участие стало больше, аж в два раза. И, как обещают участники, это только начало. Ума Ибрагимова, Магомед Гусейнов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Большое.